Здесь есть оружие? В кабинете сейф. Это не все. Еще? Джастин Роза, я на пост наблюдения. Это вы спецагент Мюллер? Старший спецагент. Знаешь, как ведется слежка? Расскажи. На эти экраны выведены две системы камер. Мы видим почти все, что происходит внутри, и все, что снаружи. Мы расследуем контрабанду оружия. Это подозреваемый Эдди Флинн. После заварушки подался в бега. У него есть список копов, работающих на картель. Ясно. Объект должен выжить. Правило номер один. Справишься? Да, проще простого. Объект в опасности. В его дом вломились неизвестные. Там побоище. Слушай сюда. Пока не приеду, не дергайся. Ясно? Черт. Да. Один из них за дверью. Идет к тебе. Ты за мной следишь? Ты кто такой? Заткнись и слушай. Он заходит слева. Не знаю, почему ты мне позвонил. Но жди гостей. Что ты натворил? Я спас Эдди ради того списка. Больше никому не звони. У них везде свои люди. Майк, ты чего? Нет! У нас новая цель. Ты не знаешь, что грядет. Пока не сдохнешь, он не уймется. Это наши? Он тебя закопает. Нужно уметь остановиться. Каково это? Когда на тебя охотятся все. Один из них? Под наблюдением.